Коррупция порождает бедность и тормозит развитие Кишинева. Я иду в Приморье выгнать оттуда воров и навести порядок. Наша партия показала себя как сильная и сплоченная команда. Мы знаем, как сделать наш город красивым и комфортным для жизни. Друзья, в столице нужен примар-прокурор. У нас есть такой человек и команда, которая его поддержит. Вместе спасем Кишинев. Голосуйте за Ивана Дьякова и советников от нашей партии.